Братусы мои, всем привет, Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». Наступил 2023 год, и каждого из вас кто-то поздравлял, поздравляли родные и близкие. Дай Бог, чтобы все пожелания, которые вам желались, все, братцы, сбылись. Ну и от меня желаю вам, конечно, всего самого наилучшего, благополучия семейного, счастья, любви, ну и побольше, друзья, здоровья, побольше здоровья. Ну и как Новый год без подарков? Я, друзья, себе приобрел в этом году пневматическую винтовку. Сейчас маленькую предысторию. К этому я шел как бы уже долго. В том году себе планировал все купить, выбирал. Но, братцы, да, деньги не рисуем, не куем. И как-то вот не срослось, не получилось. Но в этом году я подошел к этому более серьезно. Очень много читал форумов, смотрел видео. И все-таки заострил свое внимание на двух производителях. Это производитель «Гамма» и производитель «Кроссман». В итоге, когда уже все-таки выбрал несколько моделей, начал звонить по магазинам, которые продают пневматическое оружие, да, и оказалось, что многих моделях просто уже на рынке нет. Хотя я живу как бы в городе Москва, и здесь дефицита, друзья, такого нет, как где-то на периферии. Ну и в итоге нашел все-таки винтовочку марки «Кроссман». И это, друзья, винтовка «Кроссман Фьюри». Кроссман Фьюри NP. Эта винтовка уже идет без открытых прицельных приспособлений и комплектуется в коробочке вот такой вот оптика, друзья. Center Point 4×32 ионная кратность. Давайте сегодня не обзор, просто в целом свои, друзья, ощущения. На ощупь, вообще на вид и качество изготовления, да, Кроссман Фьюри NP очень меня, друзья, порадовало. Стоимость винтовки вышла мне в районе 18 тысяч вместе с доставкой. Но, друзья, она того по мне лично стоит. Качество, говорю, изготовления очень и очень приятное. Чем она хороша? Во-первых, у нее, друзья, металлическая муфта. Я знаю, что в некоторых винтовках муфта идет пластиковая. Это раз. Во-вторых, у винтовки предохранитель. Он, друзья, не автоматический. Вот у него флажочек. Вот так стоит винтовка на предохранителе. А вот так предохранитель уже снят. После каждого взвода мы винтовку взвели, да, она автоматически на предохранитель не встает. Когда вы стреляете, да, по мишенькам, это, друзья, очень удобно. Не надо каждый раз, как бы, да, снимать с предохранителя. Но, опять же, соблюдаем меру безопасности при обращении с оружием. Какая бы она, друзья, ни была слабенькая, сами понимаете, что при неосторожности можно нанести кому-то травму или себе, не дай бог. Также я сразу заказал, друзья, получается, вот такой вот чехол с поролонкой. Естественно, пульки, мишеньки, ну и в целом это уже, друзья, перевалило мне в районе где-то 22 тысяч. Ну, это бог с ним. Подумав еще, посмотрев какие-то еще видео, я понял, что все-таки прицел CenterPoint 4×22, он не даст такого, знаете, ощущения именно стрельбы какой-то, да, ну, обычный, самый обычный прицел. И я себе заказал еще дополнительно вот такую вот, братцы, оптику. Это Nikko Stirling. Оптика получается у меня 3×9, линза на 40 идет. Сейчас я вам ее достану и тоже покажу. Вот, братцы, вот такая вот оптика. Идет с защитными колпачками она. Плюс ко всему, у данной оптики есть подсветочка. Подсветочка двух тонов, зеленый и красный. И 5 регулировок по яркости. Это серия прицелов у Nikko Stirling Mountmaster, также у них есть серия Airgun. Как написано на сайте производителя, данные именно прицелы предназначены для установки на ППП, вот пневматические, вот переломно-поршневые винтовки. Но я решил все-таки, опять же, подстраховаться, так как в комплекте, да, с данным прицелом идут кольца для установки на ласточкин хвост. Я, друзья, себе взял дополнительно
вот такой вот подвижный моноблок. Видите, он как бы на пружинках. Дабы уберечь свой прицел, ну не знаю, как он будет работать, вы потом в дальнейшем все это увидите. Вот такая, братцы, у меня обновка. Сейчас на улице, конечно, холодно, морозы. На пострелушки, на какие я ездить не собираюсь. Но когда будет тепло, мы с вами, друзья, будем отстреливать данную винтовку, пульки. Кому интересно, я имею в виду, данная тематика. Также прицел. Ну и в дальнейшем вы все сами, друзья, увидите. Никакого опыта у меня как бы в пользовании, да, пневматики нету. У меня никогда ее не было. Так что все будет, друзья, на ваших глазах. Речуха хулиган, я снимаю видео, а ты ходишь отряхаешь. Ну иди поздоровайся со всеми, иди сюда ко мне. Сядь. Я вот тут с братульцами разговаривал. Всем привет передавай. Да, да, ну хороший. Так что, братцы, вот такие у меня новости. Вот такие у меня подарки. Надеюсь, кому-то из вас это будет интересно посмотреть. Ну а я опять же с вами не прощаюсь, но поздравляю вас еще раз с Новым годом. Сегодня 6 января, канун Рождества. Также вас поздравляю и с Рождеством, братцы. Я всех обнял. Всем всех благ. Ну и давайте, братцы, увидимся в угодьях. Увидимся в угодьях. Тима, хулиган.